Новый бонус для калгерасов. Это бонус, который дает религиозность. Не самый лучший бонус, наверное. Кого еще можно поддержать? Вот можно поддержать ремнантов. Ай, какие мы бедные, несчастные. Мы хотим мира. В жопу ваш мир. Вот. Теперь можно атаковать будет рифтборнов. Keep your fleet at a safe distance. Не переживайте, не переживайте. Самая-самая безопасная дистанция, которая только может быть. Нам нужно колонизацию Бэронов еще. И, возможно, его нужно тупо терраформировать немножечко в что-нибудь другое. Вот System Trade Value можно здесь, кстати, увеличить. Денежек добавить. AI Labor не особо нужен. Ну, тут у нас есть горячая, у нас есть стерильная. Одна. Но это только на две планеты будет действовать, а две останутся без бонуса. Платить придется все равно за это. Red Clearance Bureau. 23 хода. Это немножечко смущает. Да ладно, как есть, пока оставим. Произвели немного флота, его быстренько в строй. Я сказал в строй. Вот. Вот. И на следующий ход можно будет запускать наш флот в полет. Происходит здесь нормально. Лутецкий радует несказанно. И Синегами. Какой у нас вопрос к Синегами будет? Чем мы вообще хотим здесь делать? Во-первых, специализацию мы хотим сделать давным-давно, уже пора бы было бы. Это как бы горячая планета, то есть можно производство добавить, безусловно. Но, с другой стороны, что-то как-то тут с влиянием вообще никак. Лакшери депозит у нас появился, можно еще сделать денежек чуть побольше. AI Labor тоже хорош. А дальше Level 3 Modernization. Во. Даже, наверное, это первым делом мы сделаем как-то так. Все небольшие проблемы с пиратами и производством. Где же проблемы с пиратами, интересно? А, где же они у меня есть? Где пираты? В какой системе? Ну, вот здесь убить пиратов, да, нужно. Давно пора бы уже. А остальные какие проблемы? Мы сами пираты. Мы сами пиратствуем, как можем здесь. Мир. По 169 платить будут, но мы потеряем сейчас счастье. Давайте пока откажемся. Нафиг нам такой мир. Хишо. Эй, чё, милитаристы. Окей. Самый главный бонус от Волтеров, потому что он дает плюс дополнительную науку за манпауэр, за количество людей. А у нас манпауэра, ну, довольно неплохо. Мы старались во всех системах отстраивать защитные сооружения. Возможно, еще что-то нужно защитное подстраивать, потому что у нас есть уникальное, ну, не уникальное, а найденное с помощью эксплоринга здание, которое позволяет получать производство за манпауэр. Это вообще не вариант. Нам, конечно, суперкартошку предложат, но нет. Нам этот квест вообще никак не выполнить. Калгерасы потихонечку подбираются к лимиту своего мира.
Им нужно что-то колонизировать, вот желательно это. Айс. И у нас колония здесь есть, да? Да, колония в планах. Ну, давайте сразу же ее тогда запустим в производство. Потому что у нас сейчас еще будет добыча орехалка, и мы хотим добычу орехалка начать. У тебя под боком есть система пиратская, рядом с Гобрис выше, говорит Трейгун. И это ты называешь проблемами с пиратами, да? А какие конкретно проблемы ты имеешь в виду? То есть, ну, есть система, окей, да. Дальше что? Токсичную планету мы колонизировали. Давайте с нее пока временно уберем, чтобы Кстас не сильно обрубать. Ее терраформируем во что не сильно важно на самом деле, потому что степи и саванны, они в итоге ведут к одному и тому же варианту. То есть мы либо получим плюс одно производство дополнительное здесь, либо плюс единичку науки. Но единичка производства, наверное, будет по цене единички науки, поэтому у нас будут саванны. Саванны, medium temperate, и все. Стерильность пропадет, но она нам не особо нужна была. Дальше, после того, как мы ее терраформируем. Что мы будем делать? Ну, вот как-то так сделаем. А потом посмотрим. Может, какое-нибудь еще чудо забабахаем. Или начнем производить каких-нибудь, не знаю, там, военных кораблей. К нам почти прибыл уже друг какой-то там. Старший инвейдер. У нас есть флот. Можно один ход подождать с этим флотом. Так, здесь мы что? Прибыли? Прибыли. Начинаем осаждать. Минус 31 вход. Да, неплохо. Тут какие-то корабли летят. Они явно летят помирать. Что у нас силушка-то больше. Герой есть. А их нифига нету. Да, музыка хорошая здесь. Самое главное, что мы будем делать после Орехалька. Я вообще давно думаю, нам пора бы сделать торговую компанию. Трейдинг компания. Всего один ход это займет. А потом... Либо мы возвращаемся к военным различным нашим мероприятиям. World Language Institute. Или к научным. Война или наука? Ну или же Квадриникс. Как бы тоже неплохо. Квадриникс там всякие трубочки. Пайпы. И самое главное, если мы здесь три технологии изучим на этом уровне, мы получим модернизацию 4-го левела. Да, нам нужно все-таки заниматься модернизацией. Флот такой же сильный, как исследования, но исследования у нас вполне годные. Я бы не назвал их прямо уж такими идеальными. Так, модернизация 3-го левела тоже тут идет. У нас все системы будут 3-го левела. Здесь, в Алиоте, что нам нужно строить. А фиг его знает. В Алиоте экстаз. Ну, как и везде. Здесь из-за войны. Как только война закончится, на этом все веселье также и закончится. Лавовую планету можно попробовать терраформировать в пустынную. Не уверен, что сейчас это нужно. Она останется стерильной и горячей, потеряем немножко производства, но зато получим больше популяции и больше счастья. Счастье пока не сверх прям проблематично. Давайте построим AI Labor на... Ну, на две планеты как бы. Такое дело, средненькое. Могло бы быть и получше. На торговой компании пора бы действительно основать.
Хорошемчики тоже у нас в десяточку выбрались. И теперь еще и пацифизмом нас заражают. Ох ж хитрецы. Сестер можно было бы бустнуть, но Блюкап молот нужен на апгрейд, который у нас все закончился. Да, получается все. Теперь нам Блюкап молот прямо сейчас в ближайшее время не нужен. Единственное, если мы какую-то систему еще захватим, но там тоже нужно апгрейды другие делать будет. И пока можем бустануть. Так, your fighting elsewhere was an adventurous time. Ну, они как бы нас предупреждают, что могут в любой момент напасть. Я не понимаю, в чем смысл предупреждать кого-то в об неожиданном нападении. Это же весь смысл неожиданного нападения убивает. Что это за чушь вообще? Серьезно. Ух, эти неожиданности. Так, а здесь мы можем быстренько расправиться с врагами. Что пропустил за последние полчаса в чат, упал, говорит Александр Джам. Я бы сказал, ничего особенного. Мы потихонечку готовимся к тому, чтобы атаковать пиратов. Давайте все-таки это сделаем. Нам бы тут, ну ладно, героя нету. 6 ходов. Это раз, и нам нужен какой-то исследователь. Нам нужен кто-то, кто будет вместе с нами заниматься изучением аномалий. Здесь, здесь и здесь. А кто у нас был где? У нас 2, по-моему, осталось только. Ты где у нас там? Ага, вот он тут. Давайте одну пробку запустим. Нашли Орехалк в чужой системе. Прекрасно, помогли просто. Сюда бросаем пробку, а сами летим сюда... В 4 хода. Может быть, немножечко придержать коней. Да, давайте пока посидим здесь. Ходик хотя бы. Еще один ивент закончился на счастье. Пока у нас вроде бы со счастьем все. Ага, бюрократическая эмбарго. То есть на нас накладывает эмбарго, которое снижает наше влияние на них. А что, оно настолько серьезным стало? What? Они хотят мира. Трусы. Huh? Oh, so... Ну, теперь они вот эмбарго наложили из-за этого, видимо, да? From diplomatic freezes. Mm-hmm, да. Они хотят на нас как бы начать давить дипломатическим способом. А здесь все уже просто, даже некуда селиться. Реально, давайте терраформируем. Первым делом вообще. Так, этот корабль вернуться может сюда, Вейта. Ой, Вей. Терраформ, колонайз. Орехалк готов, но... В чем проблема с Орехалком? Где там система-то была? А, вот она. У нас пока не колонизирован Орехалк. Можно, конечно, ускорить и сделать через ход, но я подожду, пожалуй, один ход. Играл ли я в цивилизацию? Понравилось ли? Ну, как бы да, конечно. Мало людей, которые не знают про цивилизацию. Так, а здесь что происходит? Кто с кем чем занимается? Еще один ход пропускаем. Плюс
Population boost ended. Окей. Кто-то кого-то атакует. Хоть ладно, ну не смешите просто вот. Не смешите. Чуть не убили у нас корабль. Заметьте. Мы получили достижение. Будьте первыми, кто имеет 3 уникальных улучшения в вашей империи. И за это нам дали немножко пыльных деревец. А что мы построили там? Какое улучшение мы сделали? Так, торговые компании нужно сделать. Research Park Analysis Warndorf, что-то там. Окей. Здесь летим сюда. Здесь сюда. Кто у нас там слакает? Ну, еще немного рехалка. Но эти системы уже вообще никакие, я бы сказал. Они потихонечку вырабатываются. Ну, вот это, по крайней мере, пустынная планета, скорее всего, уже выработана за это все время. Может быть, нет, но, скорее всего, да. Ну, вот, полетал наш корабль, поисследовал космос. Запустит какую-нибудь еще одну пробку на прощание. О, логистический корабль можно убить. Strongest enemy fleet in orbit. $600 получили. У транспортный корабль уничтожили. Профит. Просто вот так вот летаешь под пиратским флагом, грабишь чужие системы. Когда пиратов бить? Да вот флот летит уже. Через пару ходов прилетит. Не волнуйся, на этом стриме убьем пиратов. Нам еще надо будет захватить вот эту колонию. Что у них там? У них там все хорошо. А, что еще хотел я? Да, вот этот открыть. У нас есть возможность урон по бронетехнике. Armor Damage, да, вот это вот открыть. Окей, хорошая штука. А, да, Trade Company HQ нужно. Угу, мы построили чудом в Daydreamer'е. Кто-то хочет мира. Еще не знаю, никакого мира, видите. Вообще... Сейчас мы с вами поговорим на эту тему, обсудим. Торговая компания, Trade Company HQ. Где у нас больше всего бабла производится? Cost of Upkeep. 149 From Planets. 188. Да, вот здесь Trade Company HQ нам нужно. Строим. И мы нашли какую-то туманность, всего лишь туманность. Ремнантов получили. Это хорошо. Колонизировать надо. Надо что колонизировать? Вот эту вот лавовую планету, которая вся в аномалиях, просто обмазана ими. Ну а потом, после ее колонизации, перейдем к отстройке науки в какой-то веке. Ход. Так. Во. И наука здесь попрет сразу же.
Апгрейды, апгрейдики. Тоже еще влияние. Влияния мало. Надо больше, чтобы отказываться от мира. Чтобы вечно воевать. Ну, у нас есть следующий уровень, а на этом следующем уровне что-то хорошее, плюс 15 производства в системе. Наверное, да. Единственное, что хорошее на этом уровне я вижу. Больше производства в Daydreamer. Вот, кстати говоря, он чудо построил. Можно еще какое-нибудь чудо забабахать. Тут с баблом вообще... Это жопа. И... Ну, за один ход немножечко бабла можно добавить. И тут же его потратить на что-то ненужное. А потом производить, что... System Trade Value тут не особо нужно. Так вот просто. Если она вся в аномалиях, то надо там парк развлечений для сталкеров открыть, обогатишься. Вот-вот. Не, на самом деле, без шуток, так это работает. Чем больше аномалий, тем круче. Подбираемся уже. Так, здесь кто у нас летит? Ага, это разведчик. Здесь надо построить боевой корабль. Обязательно, и причем срочно. Прям вообще без вариантов. Так, после гамма-абзорпшена, что требуется дальше? Ну, наука прет, 5500. Мы можем улучшить наши звездные системы, их торговую ценность. Но это, я думаю, не особо важно. Можем Fabrication License. То есть я хочу открыть просто четвертый уровень модернизации систем звездных. Для этого нужно еще одну какую-то науку с этого уровня взять. Наук тут много, все хорошие. Экономические науки тоже, конечно, прикольные. Plus 5 Trading Company, System Improvement, Star System Trade Value. Ну, такое... Средненькое. Лучше, наверное, производство такое, Fabrication License. Звучит очень круто. Остальное тоже ничего, но вот это возьмем. Можно, конечно, дополнительную торговую компанию взять. Star System Trade Value. Но это сразу будет не особо нам полезным. Да, денег не хватает в целом, но, блин, их реально не хватает. Может, все-таки не производство, потому что производство денег будет отжирать дико. Мы все равно явно не производственная такая цивилизация. Вот это, да, вот это пойдет. Ударимся в торговые компании. Distressed. We are losing a war. Will you fight alongside us if we offer an alliance? Они альянс предлагают вообще. Серьезно? Они настолько сейчас чувствуют просто подавленными. А, какие у них отношения с кем? Холодная война и... И война с афонами, заметьте. А мы скоро, кстати, на них давить начнем. Мы сможем от них требования различные выдвигать. Remove fleets from sphere of influence. Прикольно. Но нет. Но они на самом деле вроде не так плохо себя чувствуют. Судя по очкам, у них все очень даже хорошо. Это мы вот вырываемся вперед, да, с одной стороны. Так, это боевой герой, да? Да.
в нисе саванны. Вот это надо удалить каким-то образом. Но это пока сейчас не обязательно. А саванны дальше, чтобы терраформировать, другая технология нужна. Окей. Leon Industrial Plan. Temperate. Что на Temperate можно сделать? Я только еще один спин project, пожалуй. А больше ты ничем. На самом деле ничем. Производить науку разве что дальше. Да, нам нужны новые здания, прям срочно. Которые бы добавили чего-нибудь крутого. Какие-нибудь научные здания нужны на самом деле. Так. Отковать мы не можем, потому что у нас нет войны. Они при желании нас могут атаковать. Квадриникс нашли, окей. А мы тем временем полетим к пиратам. Но заметьте, они могут при желании нас атаковать. И вот оно, уничтожение пиратов, оно близко. Начал ли синдром еще один ход свое действие? Да, начал, безусловно. Не, ну классная же игрушка, знаете, такая медитативная, спокойная. Все замечательно. Спрячем пока что корабль в доке временном. Потому что сейчас прилетят враги, а у нас пока не построена защита. Так, а с торговой компанией что у нас там? Построена она? Нет, в Дакеле строится. После того, как построится, дальше-то и толком делать нечего. Наверное, AI Labor какой-нибудь зафигачить на горячих стерильных планетах. Бэрон еще колонизировать надо научиться. Где у нас бэроны? Где бараны наши? Это степи. Нам бараны нужны. Вот бараны. А, Динарк Университи еще есть. Вот такая штука. Прекрасно. А еще обратим свой взор на вот эту планету. Здесь у нас горячая, холодная. Можно терраформировать в Арктику. Немножко, как я говорил, науки потеряем, но чуть больше счастья. Но оно, правда, сейчас не нужно особо. National Museum можно отстроить. Можно отстроить вот такие штуки. Даже первым делом, пожалуй, их отстроим. А, Miners Union. Да, да, Miners Union и Expanded. Всякое там. Давайте. А также здесь Slogan Sludge. Перед Miners Union'ами. Вот. Угу. Норм. Мочи всех подряд. Да так и делаем в целом-то. В этом вся суть. Что там с законами и с выборами? Следующие выборы через 6 ходов. У нас 7 из 9 систем, которые можно колонизировать. Я думаю, вполне можно позволить себе немножечко анархии и сменить на демократию ради лоу-слота. И ладно, в принципе, сейчас это тоже не особо много чего изменит. Так. Тихо-тихо-тихо-тихо. События. О чем событие было? Refill rate on fleets on Empire. Dust on strategic resource cost on Empire. А, retrofit. Refill rate. То есть, чтобы апгрейднуть кого-то, это будет стоить в 20% дороже. Да, беру. Пожалуйста. И от нас хотят мира. Что мы говорим миру? Только кровавая война, смерть всем.
Кстати, границы все-таки продвигаются сюда. Заметьте, и Валтеры открывают новый дополнительный бонус, самый крутой в каждой системе, где есть Валтеры. Мы получаем дополнительную науку от мужицкой силы. Самый повод для того, чтобы этой мужицкой силой обмазываться, начать сильнее. Ох, кстати, у нас есть Валтеры в системе вот этой вот. Они запрашивают альянс. For us, the future is no less hidden than the past. Everything simply is. But we must perform the dance nonetheless. What do you say to an alliance? Ну, что-то они как-то очень своеобразно выражаются, конечно, но что даст нам альянс? This is a request to enter an alliance with another empire. This will modify your victory conditions. В жопу пошли. Только война, никаких альянсов. Они альянсы хотели. Ой, смешные. Сейчас с пиратами разберусь, а дальше вас завоевывать полечу. Так, у нас здесь аномалии есть. И you cannot attack an enemy within the Cold War zone. Change distance to that Riftborn to love it. То есть мы должны воевать с рифтборнами, чтобы захватить систему с пиратами. Воу, серьезно? Ионик кристалл хорошая штука, на самом деле, очень. You need. Nothing's too big for us. Just name it. Да, вот эта система слишком сильно разрослась. Че, придется им войну объявлять? Я других вариантов не вижу. Кто нам альянс-то хотел? Tell me why you're here. Now. А можно что-нибудь демандить? Да, слушайте, можем требовать. Нет, threshold not met. Genocide is not the answer. Да ладно, не ответ, не вариант. Как же так? Всегда думал, что геноцид это самое то. И мы можем высаживаться. Что у нас тут? 900 у них поддержки, минус 37 вход, ничего не знаю. Начинаем всех убивать. Сколько у нас вообще живой силы там? Да пофиг. Начинаем бомбить. У них-то одна трупса. Лейбор готов. Компани субсидиари. А, да. Давайте сначала посмотрим, где мы субсидиары хотели построить. Мы хотели здесь сделать первую субсидиарию, чтобы блюкап молд получать. Но реально ли он нам нужен так? О, микровые пайпс появились. Шикарная штука тоже. И Дример там занимается наукой. Скажем, нет науки, скажем, да, микротрубкам. Здесь то же самое. Ура микротрубкам. И ура специализации. Может быть, научную специализацию. Ну так, по фану, знаете ли. По фиглям. Горячая планетка. Влияние или производство? У нас хорошая достаточно сейчас вот эта специализация на производство на горячей планете. А давайте спин-прожект отсюда перенесем.
А здесь сделаем вот так вот. Вот. Во имя мира, демократии, всего же такого, жги, да. Прям всех выжгем. Ей, Квадриникс. Что у нас теперь? Квадриникса по плюс 3. Рихалка по плюс 3. Это временно. Сейчас у нас будут подниматься цифры, расти ввысь. Земная битва продолжается. Продолжаем их бомбить потихонечку. Ну и, как видите, побеждаем. Мир? Нет, никакого мира. Они предлагают нам 248 золота в ход. У нас сейчас новая война началась. Давайте, ладно, примем. 248 золота в ход — это хорошо. Это очень хорошо. Все, я согласен. Так, а тут что у нас? Какие у нас суперкрутые бонусы есть? Движение флота. А, вот, производство. Да. Производство. Остальное это поднято все. Ну, здесь такое производство более слабенькое есть. Такие штуки. Вот, вот эти вот мне нравятся. Она тем более политический лидер. Когда это качается до самого максимума, до упора. То у нас она в Сенате находится и будет давать дополнительные суперплюшки. Микротрубки везде поперли. Колонизация Барон Планет и университет Дирака. Что он дает у нас? Всего понемногу. Счастье вообще в империи, я так понимаю. Не он систем, потому что написано, что у нас со счастьем. Везде экстаз полный. Это радует. Третий уровень, все. Scientist and lead. Ну, наверное, военных стоит поддержать. Или что? Может быть, построить чего-нибудь такого военного, чтобы настроение военное повысить в империи. У нас... Давайте на торговлю посмотрим. Diplomacy, trade scan. 29440201. Полная туфта. Как-нибудь это можно немножечко ускорить. Luxury and Science Income. По 78 золотых, по 235. Так, наземная битва, продолжим. Все, пиратов выбили. Это не важно, мы выполнили квест. Прекрасно. Мы получили не очень полезную технологию, с одной стороны. Но с другой мы теперь можем выбрать продолжение квеста. Этот квест теперь называется «Глава 2 в поисках Ауригии». Два варианта. Либо можем обыскать планету, используя корабль второго левела, то есть высадиться туда и узнать, что там. Либо можем организовать наблюдение, нам 20 гиперия нужно. Так, и за это нам дадут еще одно здание, которое науку усиливает. Охрененное здание. И тут что-то, по-моему, империя подозревает. У них даже герой есть 5 левела. Подождем чуть-чуть.
Я не уверен, что мы победим в этой битве. Ну, я, конечно, надеюсь, безусловно. Так, Trade System Value можно повысить. Либо так, либо эдак. Крикосяк. Давайте с этого начнем. Микротрубочки добавим туда. В стэк впихнем. Кстати, здесь, на холодной планете, вначале специализацию забабахаем, а перед этим колонизируем что-нибудь. Вот. Империя наносит ответный удар. Ну, типа того, да. Надо нам все-таки апгрейдить наши корабли. Девелопмент 4 уровня доступен нам наконец-то. Давайте посмотрим, что мы можем на 4 уровне задевелопить. Если мы возьмем, например, немножечко орехалка. По 50, лол. Поскольку мы его получаем в ход по 4. X1.5 to all system development upgrade effects on system. То есть, по идее, так, так, так надо как-то, понимаете? Вот такой вот апгрейд сделать. Это будет имба-апгрейд. У нас пока ничего нету. У нас ресурсов не хватает. Мы, конечно же, улучшим производство ресурсов. Но это будет медленновато. До 4 уровня системы будут... медленно апгрейдиться с такими темпами. Можно, конечно, заменить на какую-нибудь фигню, но это слишком хорошо. Надо больше квадриникса и орехалка где-то найти. Да, я так поступлю. Да, у нас пока мало прироста. Но он станет выше. И как раз таки о том, чтобы он стал выше. Здесь нам вместо геоиндастриал планов слэш центр, пожалуйста. Потом, что еще на производство может быть? Какие-то технологии есть, которые позволяют улучшить эту слаган-слаж фигню. Да, но они очень далеко. Они очень дорогие. Стоп, у нас больше нет исследований сейчас пока. А, ну тогда давайте что-нибудь из исследований вот отсюда возьмем. Например, вот такую штуку. F-Reality. Она реально крутая. А потом я подумаю насчет технологий боевых все-таки. Они реально нужны. Прям вот. Не очень-очень нужны. Так, теперь дальше, что мы делаем? Мы берем наши войска и отправляем их сюда. У них очень много войск здесь. Тут нужно еще подмогу, видимо. Если мы начнем сейчас высаживаться, нам будет сложно переработать их 1000 трупсы. Сколько у нас трупсы вообще? Здесь все исследовано. Нет, здесь есть недоступные нам аномалии. Ладно, прилетим сюда. Ну и самое время переходить к битве. То, что я оставлял на самый последок. Мощная победа без поддержки флота, эфемерность. Но у нас уже 7000, между прочим. Код производится. Скоро там попрет еще круче. Вообще так попрет. Где у нас самая такая крутая система, где все прет немеренно? В Дакеле? В Дакеле. Соответственно, здесь Динарк нужен. Да и вот так все тут нужно.
что в Вэй происходит. Ой, Вэй. Горячая, горячая. Не очень горячая. Микротрубочки. А сколько у нас здесь популяции? 11? Ну, довольно неплохо, на самом деле. Карф 4 здесь, во-первых, не нужен. У нас есть карф 5. Он может стоять, охранять. Карф 4 вообще отменить? Да. Пожалуйста, отмените. Субсидиари. Во. Субсидиари в первую очередь. И еще где-нибудь можно построить. Где у нас хороший ресурс есть? Ну, где-нибудь здесь построим. Надо, правда, для этого захватить тут все. Почему у тебя горит красный значок дипломатии в левом верхнем углу? А это потому, что я могу сделать что-нибудь с кем-нибудь. Например, с Вайдианием. У меня есть возможность начать требовать от них что-нибудь. Так, refusal penalty. Economic sanction, diplomatical affair. Во. Смотрите, мы можем от них что-то потребовать. То есть у нас достаточно влияния. Мы на них столько оказываем дипломатического влияния, что можем требованиям выдвинуть. Мы выдвигаем требования. Если они с ними не соглашаются, они получают санкции. Минус 15 всего. Еды, производства, денег, науки. Можно снизить производство влияния в империи у них, или можно стоимость военных кораблей увеличить. Но это в качестве пенальти, если они откажутся. Если же они соглашаются, то мы что предлагаем им передать нам? Деньги? Все антиматерию. Нет, вот только все деньги мы можем, например, предложить им передать. Или только все специи, или что-то такое вот. То есть у них есть 304 золотых. Мы им отправляем такое требование. Они соглашаются, они говорят: «Да, хозяин, слушаемся». Видите, как все легко. Вот, но денег мало дали. Нам нужны осадные корабли, нам нужен осадный флот, чтобы вот это пробить. И нам предлагают событие выбрать какое-то. Наука и счастье в империи на 10 ходов. Давайте рандомную технологию, а? Ну, мы получили рандомную технологию. Я даже не знаю, какую вообще. То есть вот тут столько технологий. У нас единственный вариант. У них, кстати, тоже сражения лучше всего идут на медиум дистанции. Но это наш самый лучший вариант. Плюс дополнительные бонусы к атаке, когда корабли уничтожаются. Давайте посмотрим эту битву. Она, скорее всего, будет достаточно сложной. Вот. Здесь никакого гитлаки не будет. Смотрим. Наши флоты против их флота. Да, Александр Джам, больше флота надо. Жирнее, нажористей. И вот их флот прибывает. Или это наши? Это их, похоже. Вот здесь-то мы победили. А здесь сложнее. У них основная часть флота здесь была сосредоточена. И у нас на такой дистанции не очень высокая эффективность здесь.
но мы вроде бы побеждаем. Почти. А, все, победили, действительно. Осталось мало очень кораблей во флоте. Но что поделаешь, зато опыт получили много. Все-таки кое-как отбились. Можно их цивилен корабль транспортный захватить и получить 1800 золота. Высадиться, к сожалению, ну, такая себе идея. Нас тут тем более эмбарго устроили. Ну, не эмбарго, блокаду устроили. Рифтборны. В общем, что делать с этим, мы подумаем позже. Надо, конечно, флот отстраивать. Ясное дело, что нужен осадный флот здесь. Что нужно каким-то образом продолжить нашу кампанию по уничтожению вот этой колонии здесь. Что у нее там? А что у нас там? Да, у нас влияние снижено. Почему? Потому что осада. Есть осада такая, неприятная вещь, которая снижает влияние, науку и деньги. Причем очень серьезно. И по идее нам сейчас нужно их отбить. Здесь они очень слабенькие. Давайте сразу же попробуем их убить. Это вообще корабли поддержки какие-то. Что нам там говорят? Your blockade is unwelcome. What do you hope to achieve? Ну, как бы известно, что я собираюсь достичь. Чего добиться. Чтобы вы перешли под наш контроль. У вас отличная система, 19 жителей. Ну, просто... Так, но что мы будем делать с этим всем, это уже на следующем стриме выясним, потому что сегодня очень длинный стрим был. Если командир для боев, да, Райгун есть, вот у нас командир флота на этом вот флоту имеется. Нет, нет, флот где? Фу ты. И у него уже скоро, наверное, почти 8-й левел будет. Поглотил чужую систему, у тебя с ними война или нет? У меня сейчас закончилась война с крейверами. Я потому что решил, да ну нафиг, надоело уже. И я объявил войну рифтборнам, потому что у рифтборнов система с пиратами была в их границах. Я не мог на пиратов напасть, пока рифтборны со мной в холодной войне находятся. Пришлось объявить войну рифтборнам, но все равно как бы я собирался вот сюда напасть, в эту систему. Но здесь у них очень много трупсы. Она будет медленно падать. Возможно, стоит наклепать специальных осадных кораблей. Ну или надеяться, что мы их пробьем тупо с того набора трупсы, которые есть у нас сейчас. Тем более, она у нас там не полная. Вот как-то так. Лохат почти твой, это гуд. Да, система неплохая. Нет, не лохат. Ты имеешь в виду про то, что я его типа мирно бы захватил? Кстати, а есть ли возможность его мирно захватить вообще? Где там пислук? Конвершн-то у нас. Во. Cultural flexibility. Allows absorption of systems within your empire's influence array at the time. Only usable if you are at Cold War or at peace with the other empire. Cost influence. Ну, то есть у нас есть возможность заключить мир, например, и захватить их мирно, мирным путем. Тем более Spin Project это еще апгрейднет. А мы сейчас что изучаем? Ну, мы изучаем очень хорошую штуку, на самом деле. Вот это добавим в следующую очередь. При просмотре системы показывает, сколько ходов до захвата. То есть вот так вот открываешь просмотр и ничего не видишь. Но это, видимо, нужно, чтобы мы не в войне были. И чтобы у нас вот эта технология была. Ну,
неплох на самом деле. Оправдала себя постройка здесь всех вот этих зданий. Почти оправдала, по крайней мере, у нас нету давления того, которое мы вот сейчас, например, оказываем наводяне. Вы видели, как я сейчас требовал с них золото? Вот то же самое могли бы от нас требовать, например, имперцы, если бы у них было достаточно влияния от вот этих систем, как здесь, так и тут. Ну, вообще, у нас задача здесь пробку запустить на Уригу. И надо взять какой-нибудь корабль, разведчик, где у нас тут, и отправить его в Уригу. Соответственно, мы тоже сюда движемся, чтобы на следующий ход прикрывать здесь нашим разведчикам. Вот такие дела. Да, Райгун, что бы я без тебя делал? Наверное, точно так же выиграл бы без каких-либо проблем. Какая огромная разница между тем, чтобы выиграть, и тем, чтобы выиграть. Ладно, давайте я сохранюсь, и пора бы уже заканчивать. Перед тем, как закончить стрим, я вам напоминаю о том, что вы можете подписаться на ВКонтакт, Твиттер или на чатик Дискорда и получать уведомления о том, когда будет следующий стрим, то есть быть в курсе анонсов. Ну а вот я выкладываю на YouTube, так что все ссылки внизу в описании. А на сегодня я с вами прощаюсь. Всего вам самого наилучшего, и с вами был Dice Master. До новых встреч, пока!